меня сохранилось в душе, это какое-то пространство абсолютной любви, позитива, уважения и трепета друг к другу. Поэтому, конечно, хочется вернуться туда. Игорь Петренко у нас в гостях. Фильм «Звезда», где актер сыграл одну из главных ролей, посмотрели все. И вопросов у нас возникло очень много. Как снимались батальные сцены, а какие были самые сложные? Вопросы задают не только о кино, но и о том, чем занимается артист в свободное время. Актер признается, что перед встречей очень волновался. Я волновался очень сильно перед этой встречей, потому что взрослые, они толерантны больше, чем дети. Да, они понимают, что какие-то вопросы, ну, может быть, не стоит, нескромно будет задавать или еще по каким-то причинам. Дети же что думают, то и говорят, то и спрашивают. Кино выпускается, вот мы его, допустим, сегодня снимаем, а выйдет оно через год. Для меня лагерь – это часть моей жизни, говорит актер. Ведь все детство проходило именно там, делится своими воспоминаниями артист. И несмотря на загруженность, Игорь Петренко добавляет, что он очень счастлив оказаться здесь у нас. Я только сегодня понимаю, как много мне это дало. В мироощущении, в отношении, как это было здорово, интересно. Это та часть жизни, в которую хочется вернуться. Но куда дороги уже, можно сказать, нет, как в той песне поется, куда уходит детство. Сцена нужно работать серьезно, нужно все сконцентрироваться. На встречу актер приехал не один, а вместе со своим сыном Матвеем. Ему 10 лет. Просим его сказать пару слов о нашем лагере. И вдруг интервью решил провести сам папа. Какие у тебя ощущения, что вот что рядышком находится такое? Рядышком находятся очень добрые люди. Отлично. Это такая атмосфера уютная, как. Отлично. Ну, и тут, ну, мне даже появилось желание приехать сюда следующим летом. Мне кажется, это исчерпывающий ответ, когда тебе хочется сюда вернуться, значит, здесь хорошо. По традиции встреча завершается автограф-сессией. Желающие могли лично сфотографироваться с актером на память и пожать ему руку. В завершении просим нашего гостя сказать пару слов о нашей республике. Берегите это место, будьте наследниками, настоящими, истинными. Любите это место и думайте, что передавать дальше и что привносить от себя. Надо все время развиваться. В этом смысл нашей жизни. Удачи вам в этом.